Всем привет! Мы снова в лесу. Как я заколебался, кто бы знал смотреть эту заставку каждый раз. Но... Так. А, вышел патч, в котором теперь можно сохраняться. Вот, поэтому... Я надеюсь... Проживем подольше, увидим побольше. Да блин, эта теннисная команда меня уже заколебала. Вроде должны были пофиксить тут много чего и с графикой, и со всем остальным, но мне кажется, что что-то они намудрили, потому что FPS ужасный. Просто ужасный. Кролик, ты? Да. Ушастая скотина, умри. Отлично. Так, птички, птички. Говорят, тут воду пофиксили, еще что-то. С текстурами работу сделали, понятно, ребята. В общем, надо обживаться. Нужно идти в сторону берега. Там застраиваться. Будем делать все правильно. Я надеюсь, это поспособствует нашему выживанию. А, еще они сделали, что теперь всякие головы не стакаются с одного трупа. То есть раньше можно было взять две головы с одного трупа, теперь только одну. Ну, логично, да? А вот... что еще? Нельзя руки-ноги брать вместо оружия. Они кладутся в инвентарь. Что, собственно, тоже логично. Вот... С водой. Текстуры воды теперь. Вот получше вроде выглядит. Хотя вот, как видите, там какие-то углы непонятные. Не знаю, что это такое. Первым делом нам надо развести костер. Развести костер. Разожги огонь. Да, куда-то я и в ту сторону попёрся, ну ладно. Все-таки там были туземцы, поэтому лучше к ним не подходить. Мне кажется, или типа мухи какие-то над цветочками летают, не? Но FPS жуткий, на самом деле. 15. Раньше было получше. И с настройками еще какая-то фигня непонятная стоит. Загрузить игру, настройки сразу сбрасываются. Чуть не сохраняется. Смотрите, какой-то... Они карту, что ли, чуть обновили? Или действительно с водой теперь все нормуль? Потому что раньше это все было затопленная часть, теперь только частично. 13 FPS. Оу. Кто-то писал, что поработали с оптимизацией, но... Но, видимо, нет. Работы еще много. Птички еще не будут прилетать часто, как раньше это было. А, и... Так. Лачушки там. И не будет этого бага с... Там, например, когда коктейль молотого делаешь, то если кидаешь и не отпускаешь кнопку, он несколько раз может кидать все это дело. Теперь по-другому все. Замутили. Убрали эту штуку.
Так, слушайте, я, пожалуй, сделаю коктейль Молотова. Блин. Возьму его в руку. Хрен его знает. Кто здесь? Блин, да нажал я Б, нажал, все. Отстаньте. Информация так и будет мигать. Руки-ноги. Труп какой-то обгоревший. То я не видел. О! Здорово, бандиты. Лови. Женщина. Ага. Танцы у костра. Все нормально. Ах ты! А вот этот бак они не пофиксили. Прекрасно. Стоило брать топор, блин. Тач. Вот это круто. Вот это круто. Ну вы видели, да, что произошло? То есть я ударил ее топором мертвую и сдох. Спасибо вам большое, разработчики. Прекрасно. Прекрасный апдейт. Так прямо и хочется играть. Конечно, возьму топор. Ой, как все тут лагуче теперь. Не, надо ждать следующего апдейта, похоже. Потому что нереально. Просто нереально. И с такой еще багой тупорылой, когда я отмер от того, что убивал труп. Расчленить труп хотел. Кстати, у меня что-нибудь осталось вообще? Тут все осталось. На том спасибо. Иди туда давай. Блин, что-то я... Куда я хоть иду-то? Мне казалось, здесь выход. Но кажется, это путь к смерти. Звук. О! Они из грязи появляются. Всем пока. Сука. Вот такая вот серия, друзья. Это было прекрасно. Спасибо, что смотрели. Знаете, я скоро возненавижу эту заставку. Ее еще пропустить нельзя. Это вообще просто жесть. Просто ужасно. Мягко говоря. Но что поделать, я не могу просто так позволить этим уродам праздновать свои победы. Дайте мне кролика. Дайте кролика. Кролика дайте, говорю. Кролик. Кролик. Ладно, ягоды поем.
кролик, кролик. Я никому не скажу. Каждый раз как-то... Опять этот мячик. Вот. О, варан, варан. Как-то рандомно все происходит. Самолет в этот раз оказался около берега. Кабина водителя. Это кресло, в смысле. Пилота. Была у меня одна идейка, знаете, построиться на острове. Вот там вот есть острова. Да убери ты эту подсказку уже. Вот, и построиться там. Но туда очень долго плавать. Я попробовал. Слишком долго. Была бы лодка, с лодкой было бы гораздо проще. А без лодки-то печально. Так, ищем труп. Я вот все думал, где бы построиться. На ум приходит место, которое достаточно далеко от леса. И в то же время... Ну, точнее, далеко от этих уродов. В то же время недалеко от пропитаний всяких там, ля-ля-ля. Вот. Это вариант либо вот здесь, вот на берегу. Но берег, сами понимаете, не самое лучшее место. На берегу можно костер развести, как вариант. Если здесь есть такая фишка, что тебя судно может увидеть какое-нибудь мимо проходящее. Хотя, я думаю, здесь такого нет. Голова. Веер раз, веер два. Закружилась голова. Почему акулу нельзя разделывать? Не знаю. Куча бутылок. Просто, слушайте, мне кажется, что зря вообще тут кого-то спасать надо. Потому что, судя по вещам, которые вывалились из этого самолета, летела какая-то команда алкашей. Столько бутылок, столько мелочи всякой. Зачем их спасать? Не знаю. Твою-то мать! Вы чё, прикалываетесь, что ли, надо мной?